сегодня в программе. Первый ковши на реке Юкон за 70-80 лет. Баржа на подходе. Надо шевелиться. В самом-то деле. Стоп, стоп! Просто катастрофа. Ты не выполнил условия нашего контракта. Я пытаюсь все устроить. Это худшее, что могло сейчас случиться. За 20 лет я не видел ничего подобного. Хочется дать вам всем по морде. Лично я бы вас всех уволил. Всех четверых. Золотая лихорадка.